Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга-Сочи прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это весьма дорогой проект. Он обойдется более чем в 1,5 триллиона рублей и включает в себя строительство обходов 3 населенных пунктов, плюс соединяющие отрезки. Построить трассу сложно и технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль моря будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из главных курортов страны, отмечают в Минтрансе. Между тем, и сегодня в сезон двигаться по трассе Джубга-Сочи порой очень затруднительно. Двухполосный серпантин работает на пределе своих пропускных способностей. Очень неудобно. Я езжу в Лао часто. Дороги всегда пробки. Лао – пешеходный переход, Лао. Задерживается отсюда транспорт с Мамайки до самого Лао. Очень неудобно. Средне. Когда пробки, неудобно. Особенно летом, когда едешь с Краснодара, пятница, суббота, это вообще воскресенье, это ужас. Тем не менее, по сообщениям Минтранса, реализация данного проекта в настоящее время нецелесообразна.